пришла прошлым летом. Мы оказались между двух огней. Костя. Будешь стрелять? Да. Это чуть погромче. Ну, это тогда, помнишь, когда вчера вот это стреляли, то, походу, туда упала она. А, да, людей, потому что они там упали. Не людей, а военных. Мы слышим взрывы и свист снаряда, которые пролетают прямо у нас над головой. Так, у Гнутовому внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено 4 будинки, вибиті шибки. Коли солдати прийшли, люди ушли. Ми нікуди не їдемо. Як говорять в Україні, каждая собака – лев в своєму домі. Когда стреляют, мне очень тебя не хватает. Пока, Мак. Чё ты тут оставаться хочешь? Пошла туда, бабушка. Либо потерёпаю сильно. Что-то гудит, да, Костя? Нет. Мы, мужики, должны перетерпевать всё.